Атлетико ведет в счете, близок к четвертой победе подряд. Волевой победе дважды Атлетико отыгрывался по ходу матча. Арда Туран, можно забивать четвертый. Да, Рауль Гарсия, 4-2. 4-2, победа Атлетико Мадрид на Бенито Вильямарино. Это уже, так скажем, дешевый гол, когда обессилевший Бетис перестал кого-либо держать в своей штрафной. И Мадрид с этим воспользовался. Ну, воспользовались. Ну, конечно, потрясающая результативность у Атлетико в этом чемпионате. Пятый матч в среднем по три мяча за игру. Это 15-й гол Атлетико Мадрид. И этот гол позволяет Атлетико Мадрид выйти в лидеры по количеству забитых мячей в чемпионате. Даже больше, чем Барселона забил Атлетико.